самолеты в Таиланд из Братска летать не будут. Рейсы отменены до октября. Эту информацию нам подтвердили в туристическом агентстве «Пегас Туристик». Это связано с нерентабельностью таких вылетов. Самолеты просто не наполняются, и компании невыгодно осуществлять подобные перелеты. Снижение спроса на Таиланд специалисты отметили после Нового года. За 2 месяца ситуация не нормализовалась, поэтому принято решение не возобновлять рейсы до осени. Что касается других курортов, то изменений нет. Вылет во Вьетнам из Братска намечен на 27 марта. Вылет в Турцию 26 мая.